Здравствуйте, уважаемые трейдеры, клиенты компании Amarkets. Из данного видео вы узнаете, что такое декларированное кредитное плечо и как можно поменять размер кредитного плеча. Сразу отметим, что данное плечо не имеет прямого отношения к уровню риска открываемых позиций. Оно лишь показывает размер залога за каждую открытую позицию. То есть, чем больше кредитное плечо, привязанное к вашему счету, тем меньше размер залога за каждую открытую позицию. В свою очередь, чем меньше залог, тем больше свободных средств на вашем торговом счете, что позволяет более эффективно управлять своим торговым капиталом. Например, при использовании кредитного плеча 1 к 500 размер залога составит всего лишь 0,2% от вашего депозита. Вся остальная сумма будет доступна для торговли. Итак, сменить максимальный размер кредитного плеча можно в личном кабинете на сайте компании Amarkets в разделе «Трейдинг», «Смена кредитного плеча». Обращаем ваше внимание, что сменить кредитное плечо возможно только при условии отсутствия открытых позиций и отложенных ордеров на счете. Также учитывайте, что уменьшив размер кредитного плеча, вы сможете открывать сделки только меньшим объемом, так как на залоговое обеспечение каждой открываемой позиции потребуется больше свободных средств. Надеемся, данное видео было вам полезно. Всего доброго!